Хайре, тебе чем-нибудь помочь? На одном из моих полей растет мандрагора. Иногда ее собирает ведьма. Мне эта трава не нужна, поэтому я не против. Тогда в чем дело? Во время сбора травы ведьма танцует. Это выглядит, скажем так, весьма вызывающе. Увидев ее, мои люди перестают работать. Мой муж тоже. Печально. Но не убивать же ее из-за плясок. Нет, избавься от мандрагоры, пока мой муж сам не начал носить ее ведьме. Ты доверяешь доставку мне? Возьмешься? Ладно, я берусь. Спасибо тебе. Ну, увидимся. Это тебе, от крестьянки. А, да, как раз то, что нужно. Вот, твои деньги. Представь, так кусает медведь или мышка? Три мышки. Нет, четыре. А моя боль уйдет? Если вселишь в нее страх, попробуй яростно прореветь, как лев. Славно. Ну, беги домой. Ты, судя по всему, лекарь. Да, я Ликаон. А ты, должно быть, Мистия. Тебе нужна помощь? Может быть. Для этого придется реветь. Иногда надежда — единственное эффективное лекарство. Так значит, тебя лечить не нужно? Я здорова, как бык. С виду ты сильна и готова ко всему. Больным нужна мандрагора. Она растет у ручья, к юго-востоку отсюда. Тебе некогда за ней сходить? Мне боязно. У ручья бродит стая волков. Я щедро заплачу тебе за труд. Ты знаешь, чего хочет наемник. Травы — это все, что тебе нужно? Пока да. Принеси мне травы, и я заверну их для больных. Там посмотрим. Я принесу тебе травы. Ручей к юго-востоку? Да. И к северо-востоку от Кирры. Мандрагор еще не цветет. Листья у нее серо-зеленые. Спасибо. Вот, твои травы. Спасибо. Приготовлю их для больных. Подождешь немного? Ладно. Я размельчил травы, чтобы было проще. Прошу, отнеси их моим больным. Скажи, что тебя прислал Ликаон. Я принесла тебе больше трав. Я оставил двойную порцию для бабушки. Скоро отдам ей. Ладно, я отнесу остальное. Спасибо. Мои пациенты либо в хоре Дельф, либо рядом. Один у загона для скота на западе. Второй строит дом на северо-востоке. А третий трудится в полях на юге. Приходи, как все раздашь. Я разыщу больных. Ликаон шлет поклон. Обещанное лекарство. Спасибо. Скажи, как он? Здоров? Вид у него обычный. Он постоянно ходит и бормочет что-то себе под нос, будто взволнован. Нужно принести ему сладостей. Думаю, он будет рад. Я
Ликаон прислал лекарства. Спасибо. Я забочусь о зверях, а Ликаон обо мне. Жаль, что о нем никто не заботится. В смысле? Он сирота. Его растила бабушка, но звезды отвернулись от нее. Неважно, он славный мальчик. Это точно. Я от Ликаона. О, спасибо! Какой же он привлекательный и заботливый! Жаль, что решил не заводить семью. Почему? Говорит, что не хочет обременять своими заботами невинную женщину. Ну, что сказать? Лучше бы честно признался, что я ему не нравлюсь. Интересно, в чем дело? Я раздала лекарства всем больным. Похоже, твое благополучие заботит многих. Славно. Моя бабушка Проксифея. Ей нужно дать порцию лекарства. Может, ты сходишь со мной к ней домой? Мне пригодится помощь. Да. Я хочу знать, что происходит. О, спасибо. Идем, дом бабушки в той стороне. Спасибо за помощь. Скажи, много ли людей в Колумбии? К чему ты клонишь? Разве не заслуживает наказания нечестный человек, обманывающий и людей, и богов? Ты о Проксифее? Она была пророком. Но тот, кто приходил за советом, слышал лишь ложь. Твоя бабушка была оракулом? Да, из храма на холме в Дельфах. Она призналась мне, что не слышала богов и говорила то, что ей велели. Злые люди со злыми умыслами. Именно. Они разжигали войны. Ее нужно наказать. Я... Ложное пророчество разрушило мою семью. Если это была она, я лично разберусь с ней. Убирайся, Ликаон! Я знаю, чего ты хочешь! Ты только опозоришь нашу семью! Это неправда, Агава! Но Проксифея должна понести наказание! Ты все равно опоздал! Сегодня приходили какие-то чужаки, искали ее. Я привела их сюда, и ее забрали. Разве это справедливо? Не все так просто. Она была старой лгуньей. А теперь беспокоиться не о чем. А ты кто такая? Я Кассандра. Я тоже пострадала от лжи Оракула. Возможно, твоей бабушке. Чтобы все уладить, нужно найти ее. Прошу, помоги выяснить, где она. Я поищу. Что мне оставалось делать? Речь шла об убийстве. Этот шанс нельзя было упускать. Все пошло не так, как я рассчитывал. Проксифея обронила браслет в пылу борьбы. Но обычный вор не бросил бы такую ценную вещь. Ты не видел тут рядом ничего странного? Ну, например, разбойники захватили дом моей сестры. Как это так? Ее прогнали, лишили дома. У них там лагерь, и они хорошо вооружены. Любопытно. Где этот дом? К западу отсюда. Но этих мерзавцев лучше не злить. Спасибо за совет. Отойдите! Похоже на контракт. Доставьте груз в условленное место нетронутым.
Если речь о бабушке Ликаона, быть может, она жива? Проксифею забрали в дом к западу отсюда. Похитителям велели не убивать ее. Спасибо, что все выяснила, Кассандра. Я не глупа, Ликаон. Агава подвергла Проксифею риску, а ты спрашивал об убийствах. Хочешь, чтобы я убила ее? Нет. Это мой долг. Я убью ее. Вы семья. Да и ты не убийца. Подумай об этом. Я в ответе за нее. Она не должна страдать. Затем и нужна Мандрагора, чтобы приглушить боль. А пока ты разделаешься с похитителями. Не думаю, что я справлюсь с ними сам. Найдем Проксифею. Спасибо. Нужный нам дом на западе. Встретимся там. Кто-то был? Неужто показалось? Выпустите меня! Спасите! Тебе конец! Умри! Порву на куски! Спасибо, дитя. Нам нужно уходить. А вдруг еще разбойники? Нужно уходить. Спасибо за помощь, дитя. Не стоит глаз Аполлона. Или ты несла чье-то еще слово? Значит, ты все знаешь. Верно, я всех обманывала. Мне ужасно жаль. Увы, боги не убили меня, заставили жить с чувством вины. Почему ты лгала? Люди верили. Ты должна была нести им слово Аполлона. Я не собиралась врать, когда стала оракулом Аполлона, но от меня потребовали, чтобы я подчинилась, иначе покарали бы мою семью. Семью? А ты помнишь семью спартанцев? Их младший ребенок должен был умереть. Скорбящую мать с глазами, как у меня. Прости за все, чего ты лишилась. Кому это нужно? Кто-то надоумил злодеев похитить тебя. Нет, не спрашивай. Это были те, кто хочет наказать меня. Те, кто управлял мной. Если я скажу, они похоронят тебя живьем. Те, что носят маски и плащи. Культ космоса. Не говори вслух. Ты узнала? Это она разрушила твою семью? Мне стыдно за себя.
Я приму наказание, но не дай внуку стать убийцей. Ликаон славный мальчик-лекарь. Это сломит его. Нет, я за нее в ответе. Так что я сам убью ее. Ликаон, ты лекарь, а не убийца. В отличие от меня. У тебя есть надежда на лучшую жизнь. Нет, Кассандра. Я... Проксифея предала доверие богов и тех, кто искал совета. Именем всех тех, кого ты обманула, я прерву твою жалкую жизнь. Она мертва. Не стоило. Я бы сам справился. Возможно, но это ни к чему. Все-таки ты благородный лекарь. Вместе тут я. Твоя записка была на доске. В чем дело? Пламя жаждет получить жертву. Сжечь все на своем пути. Кровь для Гермеса, плоть для Гекаты. И какую жертву ты имеешь в виду? Убей волка, шкуру в соль. Выпотроши акулу, глядя на запад. А еще козы. Козы лишними не будут. Бурдюки с костями и кровью, да. Похоже, я должна убить волка. Если твой клинок так же остр, как твой ум, у зверя нет шансов. Положись на меня. Сделай поскорее, Мистия. Оставь это мне. Мистия, тварь повержена? Зверь убит. Да хранит тебя Зевс. Держи это тебе. Спасибо. Хайра, политик. Полагаю, политику помощь наемницы не нужна? Я вот-вот потеряю все. Моего брата Элпинора убили. А моей политической карьере настает конец. Я тоже теряла родных. Знаю, это очень сложно пережить. Элпинор был добрым человеком. Он защищал меня и поддерживал мою карьеру. А теперь его нет. Я могу лишиться всего, что имел. Как я могу тебе помочь? С тех пор, как исчез мой брат, меня одолевают разбойники. Охотятся за нашим семейным состоянием. Если я останусь без денег, моей политической карьере конец. И ты просишь прирезать всех разбойников? Все верно, друг мой. Дело непростое, но я справлюсь. Я у тебя в долгу, наемница. Вернусь, когда закончу. Дело сделано. А вот и ты. Дело сделано. Они мертвы. Все до одного. Прекрасно, друг мой. Это тебе за работу. Я довожу дела до конца. Хайре, друг. Нужна ли тебе помощь наемницы? У последователей столько денег. Богачи жертвуют им, чтобы умилостивить Ареса. Все хотят, чтобы боги им улыбались.
И какой нам толк от их улыбок? Драхмы нужны людям. Богам они ни к чему. Хочешь, чтобы я дала тебе денег? Да. Любые деньги будут кстати. Забирай. Тебе нужна помощь, друг? Еще один юноша поклялся доказать, что лишь он достоин моей любви. Ну, мило. Может и так, Мистия. Но он вряд ли вернется. Дурачок намерен выследить льва. Он хороший клиент, жаль потерять его. И я должна защитить его. Да, его нужно защищать. Я помогу. Я твоя должница. Харе. Эпиги, трахи! Я должна защищать тебя. Хвала богам! Враги уже рядом. Смогла его защитить? Он в безопасности. Ты истинный воин. Прими благодарность. Я довожу дела до конца. Хайре, спартанцы все ближе. И нам нужно собраться с силами, чтобы отправить их домой на щитах. Продемонстрируешь свое мужество на поле боя? Я буду биться вместе с вами. А значит, и с честью. Спартанцы познают боль. За Афины! За славу! Ah!
Преимущество!